Это куда мы направляем вектор? Сюда, да? Видно? Вот сюда, видно? Так, вот обычный человек, ровный. Вот мы его натягиваем. Вот, видно, начинается? Да. Так как на одежде натягивается ткань, фасция тоже натягивается. Сюда, вот сюда нам надо. Вот она, видно ее? Угу. Видно. Хорошо. Вот это, вот ее. Тогда нам надо печень. Мы дошли до туда натяжением через руку. Это один угол, один угол, один угол. Дошли до сюда. Второй угол – это сесть. Это будет вот в этом, вот в этой плоскости. С этой рукой мы слушаем печень. Вот в этой плоскости. И разворот с собой разворот – это вытаскивание ее изнутри. Вот оно, вот оно, вот оно. Я утрирую сейчас, но видно это движение. Вот. Вот он, двигается все сюда. Натянул так, натянул так, натянул так, я там. И это я мобилизую, совершая выдавливающее движение. А этой рукой я только навожу, куда мне это делать, в каком градусе. Нашел, выдавливаю, нашел, выдавливаю. Печень, она вот до сюда идет. Вот так место занимает все здесь и вот до сюда. Поэтому и здесь это будет, и здесь это будет выдавливающее движение. Минуя ребра, я туда ее выдавливаю. Я могу пузырь ингибировать и выдавливать через печень в пузырь, сопоставляя две этих силы. Или вот так выдавливаю туда, выдавливаю из печени, делаю выдавливающее движение через ребра.